Церемония. Новая глава. Приветище! Сегодня мы поиграем с тобой в Пайн. Игра, которая вдохновлялась Зельдой. Ну, вот посмотрим, собственно, чем они тут навдохновлялись. Значит так, нас звала какая-то бабуля в деревне. Видимо, это наша какая-то родственника. Побежали к ней. Поболтаем с ней. О том, о сём, о жизни и о старости, собственно. Бабуля, бегу. Ха! Воу, нифига себе, прыгаю, как обезьяна. Бабуль, привет, чё звала? А, Хью, вот ты где. Мы почти закончили приготовление. Ильма и Эдвин попросили принести им еще материалов для дома и дерева. Я бы обратилась к своему брату, но я не знаю, где он. Бабуле еще больше материалов нужно? Да, но я не знаю, что именно. Спроси у них. Ну, беги давай. Капец. Значит, надо Ильма и Эдвина найти. И где они могут быть? Стрелочка показывает нам бежать туда. Пойдем поболтаем с ними. Эй, чуханы! Ой, простите, мадам, я не знал, что... А кто это? Эльма? Точнее, Ильма, наверное, это ты. А ты Эдвин, да? Здорово. Хью, ты как раз вовремя. Мы уж было решили, что дом на дереве готов, но... Камни, на которых он стоит, очень неустойчивы. Что еще хуже, Гэри и слушать нас не хочет. Бечевка и ткань. Вот что нам нужно, чтобы укрепить дом на дереве. Можешь принести? Древесина и бечевка не должны стать проблемой, если попросить Гэри, как следует, конечно. Алоя складывала ткань у места для стирки. Ну-ка, я схожу туда. Не знаю куда, и принесу то, не знаю что. В общем, почесали своими пяточками. У меня даже ботинок нету, вот я бомжар. Бегу! Это кто у нас тут стоит такой крутой бородатый? Я хочу себе такую же борду. Но пока я мал. Хью! Я тут немного занят, чё тебе? Ну, Ильма и Эдвин хотят укрепить дом на дереве. Бечевка хорошо для этого подойдет. Им что, мало? Бечевка не растет на деревьях. В общем, ты меня понял. Они говорят, что их дом очень неустойчивый. Какие глупости! Наши дома самые лучшие. Но раз уж они настаивают... Бечевка, значит... Мне нужно готовиться к церемонии. Древесина лежит вон там, на том ящике. Можешь взять и сделать все сам. Передай им, что это должно быть достаточно. Жду не дождусь начала праздника. Но началось. Окей, я въехал, я понял. Пойдем, значит, делать эту бечевку. Древесина есть. Готово. Пойду поболтаю с этим чувачком. Здорово. Я так рад, что мы сегодня переезжаем в наш новый дом на дереве. Должно быть здорово иногда удаляться от общественной суеты и иметь свой уголок. А я рад за тебя, Кан. Вот и поболтали. Так. Кажется, нам туда. Ю-ху-ху! Здрасте, мадам. Говорят, у вас тут шмотки есть, тряпки какие-то. Эй, Хью! Привет, Лоя! У тебя есть ткань для дома на дереве? О, мне нужно заниматься стиркой. Ты знаешь, как делается ткань? Если Эдвин и Ильма она так нужна, то ты можешь сделать ее сам. Вот так-то. Напросился, что называется. Принеси то, а теперь еще и сделай это. Хорошо, ладно, побежали. А, кстати, где ткань-то? А, вон она, ткань лежит. Чуть не убежал. Что тут, мох? Давай, собирай. Тростник взял, его теперь мог взял. Теперь, в принципе, я могу задумку реализовать. Наверное, нам нужно тыкнуть в ремесло. Так. Ткань задумка. Оп, готово. Ткань у нас есть. Теперь нужно сделать бечевку. Давай глянем в нашем мешочке. Ага, все есть, все как надо. Что у нас по задачам? Здесь ничего интересного. О, шматье. Могу я это снять? Снять предмет. О! В труханах буду гонять. Эй! Нифига себе у меня телосложение. Это, в принципе, атлетическое такое. Эй! Купаться! Югу! Прикольненько. Ладно, давай оденемся. Мы же все-таки не нудисты, хоть и в труханах. Надеть предмет. Надеть. Все, побежали отдавать бечевку и ткань нашим древолазам. Эй, бабуль пришла. Я же хотел крикнуть. Эй, чуваки. Ладно, поболтаем с ними интеллигентно. Спасибо, Хью. Надеюсь, этого будет достаточно. Придется обойтись тем, что есть. Деревья сейчас растут гораздо медленнее, чем должны. И материалов будет в обрез. Нам повезло, что у нас все еще есть древесина. А может, пора освоить земли внизу? Ну уж нет. Иноземье. Не то место, куда стоит ходить. Так что забудь об этом. Ну... А чё на меня ты смотришь? В любом случае, сегодня мы отмечаем завершение строительства чудного нового дома. Давайте заканчивать и будем праздновать. Хью, я нигде не могу найти твоего брата. Ты не приведешь его на церемонию? Он наверняка сидит где-нибудь в углу и снова рисует всякую ерунду. Опа, у меня братишка рисует. Братан! Я знаю, где ты. У меня стоит метка. Кстати, я там бегал, и я тебя не видел. Что за фигня? Братишка мой. Ух ты, это птичка? А, нет, это шишка. Большие шишки. Давай заберем. У меня теперь есть шишки. Большие такие шишки. Ух ты. Братиш, здорово. Да, он прямо на меня похож. Эй, Хью. Гэри заставил меня весь день таскать бревна, так что я решил передохнуть. По-моему, я снова видел одно из этих скользких белых существ там внизу. Если как следует прищуриться... Не-не-не-не, спасибо, обойдусь без этого. Ха-ха-ха, ты зря отворачиваешься. Нас окружает столько всего загадочного и интересного. Ну, Марла и Гэри думают иначе. Да уж, их беспокоят только дома и эти церемонии. Должно же в жизни быть что-то помимо этого, а? Ну, по поводу церемонии, она скоро начнется. Меня попросили найти тебя и привезти. Ну, время еще есть. Помнишь то странное здание, о котором я тебе говорил? Ну, то, которое я нашел. Думаю, я догадался, как его можно открыть. Даже не знаю. Амам, Марла запрещает отходить далеко от дома. Ой, да ладно тебе, церемония начнется не скоро. Как соберешься с духом, приходи на место сбора урожая. Я все тебе покажу. Что-то братишка затеял. Это что, газеты, что ли? Фига себе, у них бумага есть. Я думал, они еще до бумаги не доросли. Цивилизация не та и все дела. Так, тростник давай заберем. А я не туда побежал, так. Сбор урожая, кажется, здесь. Братишка тоже тут. Фига себе, там птички, что ли, или что это? Пост на Ямс? Что это такое? Это какое-то растение. Все собрать, ничего не оставить. Все мне! Жадина, говядина, ни с кем не поделюсь. Пшеница, здорово. Но пшеницу всю собрать я не могу. Видать, не вся созрела. Опа! Так, вроде здесь все собрал. Полежать могу, подрыхнуть не могу. Печальчик. Пошли с братеной поговорим. Братен, чё там молвил-то? Я знал, что тебя это заинтересует, братиш. Ну, я делаю это ради тебя. Давай только перекусим, прежде чем идти, а? Вон там ты можешь найти пост на Ямс. О, так я же его уже собрал. Он моментально зарядит тебе энергией. Братиш. Так, книжечка вылезла. Но это все понятно, читать не хочу. А как насчет закрепить съестности, точнее, что-нибудь съедобное на горячую клавишу, например, вот так? Ой, я уже что-то схомячил. Ну да ладно, братиш, я хавчик-то уже собрал, между прочим. Ну, давай посмотрим, что нам удалось найти. В смысле, нам удалось найти, я все собрал. Марла не успеет и глазом моргнуть, как мы уже вернемся обратно. Кто последний, тот съест 2 плошки жаркого, который готовит Марла. Подожди, братиш, мы так не договаривались, куда он помчал тоже. Катя база. Он вниз же убежал. Я же ничего не пропустил. Кажется, вниз. А чё он такой быстрый? Давай я тоже нитро врублю. Цветочки как вкусно пахнут. Конечно. Он уже тут трясется. Так, так, так. Ну вот, мы пришли. Когда я расчистил кусты, то видел эту круглую штуку. Видишь, висит? Вижу. Думаю, в нее можно чем-то попасть, но у меня ничего не вышло. А потому я смастерил рогатку. Я даже доверю тебе сделать выстрел. Давай посмотрим, что будет. Окей. Опа, у тебя имеются ячейки для орудий. Сейчас вооружимся. Берем рогаточку. Вот так. Теперь надо наметиться. И выстрелить. Поднимемся повыше, чтобы прям вот грамотно выстрелить. Оп. Ого. Прикольненько. Давай узнаем, что там внутри. Мам, погоди. Че такое сыкуха, а? Приключения, найти на жопу всяких бед, это же вообще тема. Так, мы в какой-то шахте. Что у нас тут имеется? Тут проход закрыт. Мне кажется, что кто-то уже там махач устроил. Что у нас тут? Опа. Тренировочный лагерь. Хью, смотри. Это похоже на орудие настоящего искателя приключений. А вот еще одно. Бери, не стесняйся. Где? А, вот старый сосновый меч. Хорошо, давай возьмем. Фига себе, вот этот сабля у меня теперь есть. Если не взмахнуть, ты будешь выглядеть очень грозно. Как это сделать? Я только рогаткой могу махать. Возьмем меч. А вот теперь и меч. А ну иди сюда. Ой, кажется, я зря это сделал. А если занести его над головой и как махнуть, получится по-настоящему сильная атака. Так, сейчас попробую. Протишь. Замахиваем. О, глыбысь. Вот это да. А как насчет сломать ящик? А еще между атаками можно проводить удар ногой. Да подожди ты, Алма, дай мне ящик сломать. У скользких белых существ теперь нет против нас никаких шансов. Ай. Чтобы выполнить удар ногой, нажмите F. Прикольненько. А это что такое? А это стекло. А если добавить ко взмаху рывки, столько возможностей. Господи, Алма, ну что ты? Дай мне стекло поднять. Значит, как насчет рывков? О, нифига себе, прикольно. Вьюх, подкатик. Подкатик, это круто. Ого. А если мы усилим атаку? Угу. Оу, крутяк. Зашибись. Так, еще одна комбинация. Оу, прикольно. Ну что, в принципе, я готов. Смотри, как я могу. Ну-ка, ну-ка. Ой, 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 ой. Это фиаско, братан. Пойду его вытаскивать. Его здесь нормально так завалило-то. Блин, а он там не сдох? Братиш. Ама, ты как? В порядке. Просто потерял равновесие. Это было круто. Вот только теперь надо как-то отсюда выбраться. Ты видишь какой-нибудь выход? Ну, тут есть деревянная дверь, а рядом записка. На ней написано... Влево, влево, вправо. Есть идеи? Посмотрим. Может, я что-нибудь найду? Ху-ху-ху. Так, мне тут, походу, понадобится рогатка. А это что такое? Факел, что ли? Точно, это факел. Блин, только начал играть, уже куча загадок. Они, конечно, такие лайтовые, но ничего. Значит, стреляем... А, подожди, налево, налево, направо. Наверное, два раза сюда. Раз. До вас. И сюда, направо. Так? Сработало! Теперь давай освободим дорогу тебе. А как мне дорогу освободить? А, тут двери открылись. Это, походу, мой братишка открыл мне дверь. Брат... О, здорово. Чего у тебя в итоге там было-то? Вот записочка, давай почитаем. Это старая записка, на ней написано «влево-влево, вправо». Ага. А там был рычаг, видать, который открыл саму дверь. Все ясно. Ладненько. Уф, я рад, что мы наконец выбрались. А ты не хочешь пройти чуть глубже? Не знаю, мам. Мы и так уже натворили дел. Но ведь все обошлось. Мы в полном порядке. Не трусь. Поешь еды, если она у тебя есть, и пойдем. Ну, хорошо. Я даже кушать не буду. Так, если что, от испуга подлива не будет. Ага, факел. О, какие рисунки. Факелы зажгем. Что тут у нас нарисовано? Армия. В лесу обряд какой-то, и герой куда-то уходит. И чё, мы так и будем залипать? Смотри, Хью! Эти фигуры выглядят как люди. Ничего себе высокое. Должно быть, это искатель приключений. Все-таки иноземье очень странное место. А потом он, кажется, снова их бросил. Эти люди жили на нашей скале? Неужели это наши предки? Не может быть. Иноземье ведь не имеет к нам отношения. Мы никогда там не были. А кто еще мог оставить эти рисунки? Похоже, они запечатали за собой пещеру. Хью, неужели ты не понимаешь, что это значит? Люди не всегда жили здесь. Иноземье тоже может служить нам домом. Мы можем когда-нибудь туда вернуться. Там точно есть что-то, кроме ужасных чудовищ, которыми нас пугают. Марла должна узнать, что мы тут нашли. Да и на церемонию не стоит опаздывать. Тогда ты иди, а я тут задержусь, чтобы все изучить. Я тебя догоню. Окей, братиш. Как скажешь. Ну, ладненько, давай выбираться. Походу, нам через верх. Так, паркурим. О, там вещички какие-то есть. Ящик пнем. Чё-то не пинается нифига. А, наверное, меч надо достать. Ну-ка. О, чё там лежит? Бечевка. А тут? Пшеница. Мешочек могу взять? Нет, не могу. Вроде бы здесь все. Зажигаем факел. И, походу... тут нет прохода. Ладно, обратно бежим. Опачки. Вышел я из пещеры, а тут бабуля. Она как будто знала, где меня искать. Ой, братиш прибежал. А, мам, ты неисправим. А Хью, ты позволил ему пойти с собой. Одной матери известно, что там могло случиться. Вы же знаете, что выходить за пределы деревни нельзя. Прости, Марла. Но мы узнали, что... Меня не интересует, что за глупости вы там нашли. Вы оба прекрасно знаете, что никому нельзя покидать деревню. Так было и так будет всегда. Но именно об этом я и... А теперь возвращайтесь в деревню. Вы уже опоздали к началу церемонии. Все ждут только вас двоих. Капец, бабуля вредная. Ох, братец, ты был прав. Ей не понравилась наша выходка. Но мы все равно должны рассказать ей о том, что нашли. А может, она и так все знает. Она живет здесь гораздо дольше нас с тобой. Есть только один способ узнать это наверняка. Но сперва мы должны посетить церемонию. Бежим на церемонию, значит. Ну хорошо, мы наконец собрались, и церемонию можно начинать. Спасибо, Марла. Как приписывает традиции, я бы хотел поблагодарить вас за ваши усилия. Времени и ресурсов ушло больше обычного, но мы справились. Наш новый дом вышел большим и крепким. Мы будем расширять границы нашей деревни. Скоро мы построим еще один дом рядом с этим, и он будет еще больше и еще красивее. Ильма, Икан, идите сюда. Я объявлю этот дом вашим и официально разрешу войти в него. А после этого мы устроим пир. Пора ей жаркое. Ох, меня тошнит от одного только запаха ее жаркого. Не знаю, что Гэри в нем находит. Иногда мне кажется, что он затевает церемонию только ради него. Но он уплетает его так, что за ушами трещит. Вы только взгляните на это чудо. Еще один круглый дом на дереве. В оригинальности нам не откажешь. Если я когда-нибудь стану вождем, мы это изменим. Ты же спустился сверху, разве не так? Я всегда подозревал, что на этой скале творится что-то неладное. Но я и подумать не мог, что там живут люди. Опасно это место. Шаткие скалы, вот как мы его называем. Представляю, как ты должно быть потрясен. Но это не сон, мы оба тут застряли. Иди за мной. Фигаси. Новая глава. Зов приключений. Ты прикинь? Мы жили на скалах, вон там вот, и никогда не спускались сюда вниз. А я тут такой хопа и упал. Я теперь внизу, и меня встретил какой-то чувак на каком-то... Я даже не знаю, кто это слоноподобное какое-то существо. Муравьед... Не, это не муравьед. Какой-то осёл-ослон, что ли. Кто ты такой вообще? А это вообще барсук или белка? Древняя белка? Ладно, давай поболтаем. Мне не повезло оказаться здесь, когда земля начала дрожать. Прошу прощения, но ты кто? Меня зовут Юж. Мы мудры. Много путешествуем, познаем мир, занимаемся политикой и иногда попадаем в такие вот переделки. Мой слоноконь остался внизу. Нужно починить мост, чтобы его поднять. Вот что мы сделаем. Древесина и бечевка позволят мне починить мост. Кроме того, принеси еды. Мой слоноконь проголодался. Я помогу тебе разобраться с завалом, чтобы ты мог вернуться к себе наверх. Выглядит прочно. Но у меня есть изобретение как раз для таких случаев. Так. Оказывается, это слоноконь. Вот это существо, это слоноконь. Хорошо, нам нужно брать древесины, бечевки и смокровь. Где такая смокровь? Я не видел такого ни разу. Бревен у меня предостаточно, это что такое? Наверное, это и есть смокровь. Ну-ка. О, точно, смокровь, отлично. Собираем ресурсики, все пригодится. В принципе, я все уже подобрал, осталось только сделать бечевку. Может быть, я уже ее могу сделать? Ага, точно могу. Опа! Все, 2 бечевки. Я все собрал, все смастерил. Ну, как-то так. Жаль, что мы недостаточно сильны, чтобы все починить. Но я отыщу кого-нибудь, кто сможет. Во, держи. Это поможет тебе пробраться в пещеру. Взрывная бочка. Штука полезная, но очень шумная. Попади по ней камнем или стрелой, и она взорвется. Будь осторожен. Бочку мы получили, пойдем ее поставим. Ого-го. Неужто ли я сейчас вернусь домой и всем расскажу, что тут внизу? Вот она, бочка. Отлично. Взорвать бочку. Я прям сейчас могу? Может, я в нее выстрелю все-таки с рогатки хотя бы? Опа. Вау! Чуть не пришибло. По-любому тут всякая живность будет в пещере этой. Она же закрыта была 100 лет. Ку-ку. Ага. Нет здесь живности. Нас тут поджидает головоломки. Берем нашу рогаточку. И начинаем пулять. Опа! Обязательно зажигаем факелы. Хочу надеяться, что факелы это чекпоинты на всякий пожарный. Хотя не факт. Вау. Это что за фигня? Вот эта штука опасна. Что? Какой-то он недружелюбный. Вот бы Амам был тут. Он бы знал, что делать. Кажется, мне придется сразиться с ним. Черт-те. А здесь можно что-нибудь подобрать? Ну, там, еда какая-нибудь. Так, как насчет подкрепиться? Наберемся энергии с тобой. Давай, грызи. Че я там, кстати, грызу-то? Пост на Ямс. Съедобный, но не очень вкусный овощ, растущий в низинах зарослей. А, теперь понятно. Все, кажется, энергии я набрался. Энерджайзер у меня теперь написано сверху. Ну, типа я заряжен. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Он пыляется какой-то фигней. Блин, я ж оружие не вытащил. Ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ага, это какой-то угорь. Блин. Последний удар. Последний удар. Йо-хо! Ушатал его. В принципе, не так-то сложно было. Эссенция яркопера. Или яркопера. Фиг поймешь. Бедро белозлоба. Неплохо. А чё мухи-то тут летают? Он тут где-то насерил, что ли? Взять. Поджечь могу что-то или что? Подожди, тут вот. Поставить. Ага, все понятно. А если я заберу его обратно? Ага, дверь закрывается. Ладно, пусть стоит. Факел забыл зажечь. Все, подожди. Вот так-то лучше. Теперь идем сюда. Рычажок. Эй, есть тут кто? Все, тут выход уже. Зашибись. Интересно, а что с моими родственниками после землетрясения-то стало? Надеюсь, братиш выжил. О, фига себе. Кладбище оно тут было? Наверное, было. А дома-то на дереве уже нету. Все нафиг после землетрясения посносило. Так. Ребята, я жив! Я жив! Кого-то закопали там, блин. Матерь милосердия, ты жив! Мы так боялись, что потеряли тебя навсегда. Ты цел? Как тебе удалось вернуться? Ты что, упал вниз? Но там же иноземье. У меня все хорошо, только голова немного болит. Но я встретил удивительное существо. Его зовут Юж, а иноземье его родной дом. Этого я и боялся. Он на тебя напал? Что он с тобой сделал? Он был очень добр и помог мне сюда вернуться. А еще он сказал, что эти скалы не слишком надежны. А где Амам? Я хочу рассказать ему, что случилось. Так. Хью. Деревня сильно пострадала от этого обвала. Луя, Эдвин и Ю погибли. И он тоже, Хью. Чё за фигня? Как такое могло произойти? Я же его видел, он отскочил. Его не придавило деревом даже. Но он же ведь смог спастись, так? Он мог спрыгнуть вниз. Он наверняка где-то там. Хью, мы его нашли. Должно быть, он вытолкнул тебя из-под обвала в последний момент. Нам очень жаль. Я тебе не верю. А мам наверняка где-нибудь прячется, а он сильный. Капец. Отыщи Амама на его обзорной площадке. Так, все, я побежал за Амамом. Не-не-не-не-не. Я не поверю, что его завалило нафиг. Так, вон. Зря я наверх поднялся. Амам! Братюнь! Этого не может быть. Скажи, что мне бабуля чешет. Блин, его тут нету. Какие-то записки. А, шкатулка. Это его карта. Он хотел нанести на нее весь мир. Хью, пожалуйста, вернись к нам. Мы знаем, как тебе сейчас тяжело. Деревню нужно восстановить. Для этого понадобятся все рабочие руки. А мам бы не отказался. Нет, а мам постарался бы отыскать более подходящее место для жилья, чем эти скалы. Хью, нам больше негде жить. Иноземье не подходит и никогда не подходило. Это неправда. Раньше люди жили внизу, и иноземье наш бывший дом. Ты зря веришь глупым картинкам. Мы слишком слабы, чтобы просто взять и спуститься вниз. Хью, возвращайся на площадь. Мы что-нибудь придумаем.